строил страны, не требовал такой веры от приходящих к нему. А теперь к нему и пришли, и обнаружили пред ним веру свою. Евангелист именно говорит, видя веру их. То есть тех, которые спустили расслабленного. Спаситель не всегда требовал веры от самих страждущих. Например, когда они страдали сумасшествием или лишились ума по причине какой-нибудь другой болезни. Но здесь и больной обнаружил свою веру. Иначе, не имея веры, он не позволил бы испустить себя. Итак, поскольку и расслабленные, и принесшие его показали великую веру, то и Господь явил свою силу. Отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть. Он во всем показал свое одинаковое достоинство с Богом Отцом. Прежде он показал это в своем учении, когда учил народ, как имеющий власть. А теперь опять иным, высшим образом принуждает врагов своих признать свое равночестие с Богом Отцом. И возвещает это их устами. Он не тотчас приступает к исцелению тела, явившегося пред ним больного, но от самих врагов ожидает к тому повода и сперва врачует невидимо, то есть душу, отпустив грехи. Книжники, снедаемые злобой и думая обвинить его в богохульстве, против своей воли способствовали, однако, прославлению совершившегося чуда. Спаситель по своей прозорливости воспользовался их хулою для доказания знамения. Когда они возмущались и говорили, он богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Матфея 9.3, Марка 2.7. Что тогда Господь сказал им в ответ? Отвергли их мнение. Если бы он не был равен Отцу, то ему надлежало бы сказать, для чего вы составляете обо мне неправильное мнение? Я не имею того, кого могущества. Но он не сказал ничего подобного, а подтвердил и доказал совершенно противное, как словами своими, так и сотворенным чудом. Аминь. Самое пречистое тело Твое, самая честная кровь Твоя, молюся оба Тебе, помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, за словом я же делом, я же ведение и неведение, исподоб меня сужденно причаститься при чистой Твоей таинств. Во остальных грехов моих жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей тайны, дни, Сыне Божий, причастника меня прими. Небо врагом Твоему тайну поверь, мило обзанье Тебе дам я каюда, но-ка разбойник исповедую Тебя, помилуй меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение причистых Твоей тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Причистого тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается, раб Божий Игнатий, восставление грехов, любовь и жизнь.